утро. Меня зовут Олеся Теребей, я адвокат. И если у вас есть вопросы, вы можете направить их на адрес электронной почты либо в студийный вайбер, указанный на экране. И я с удовольствием отвечу на них в следующих выпусках. Разрешено ли в рекламе использовать слова «лучший» и «номер один»? Закон о рекламе дает следующее определение недобросовестной рекламы. Так, недобросовестной признается реклама, которая содержит слова в превосходной степени, либо слова, которые создают впечатление о преимуществе одной организации, товара, работы или услуги перед другими, если это невозможно подтвердить документально. При этом в законе не указано, что может считаться документальным подтверждением. На практике это могут быть статистические исследования, либо маркетинг. Исследования. Главное, чтобы они были в наличии на момент распространения рекламы. Если вы стали победителем какого-либо конкурса профессионального мастерства и можете это подтвердить документально, тогда в рекламе вы смело можете говорить, что вы номер один, но только исключительно в рамках проведенного конкурса. Это должно быть также отражено в рекламе. За распространение недобросовестной рекламы лицо может быть привлечено к административной ответственности. И помните, что незнание закона не освобождает от ответственности. А я, адвокат Олеся Теребей, прощаюсь с вами и желаю хорошего дня!